Там и во дворе такие скамеечки. Костерчик горит постоянно. Все такое в тематике клубничек. Клубничный фонтанчик. Это вход. Так, это мы в деревне Карлс, да? Что это такое? Это собственно изготовленное варенье. Максим пробует, у него все падает. Ага. Максим, какое ты варенье пробуешь? Оно тут, наверное, все малиновое, да? Вкусно? Не малина, а клубничное. А, для клубничное, точно. Вот это не очень вкусное. Обоцает. Тут круглый год клубничное время, да? А вот клубнич, вишневое вино. Вишневое? Почему не клубничное? Можно потом клубничного. Просто. Горы клубничного варенья. Смотри, мам. Сейчас, подожди. А вот тут клубничное варенье делают. Сразу здесь делают. Тетенька делает, рассказывает, как она все разливает. По баночкам. Баночки стерилизуют тут. Тут варят варенье. Что? Так, мы так находимся в клубничной деревне, да, которая работает круглый год. Да. Вот тут все товары, практически все товары, посвященные, не посвященные, а тематика клубника. А смотрите, что я нашел. Разные наборы. Подожди, Максим. О, я хочу леденец. Леденцы хоть и не клубничные, но тоже слабенькие. Можно? А вот клубничный леденец. Можно? Нельзя, Максим. Вот это вот все в тематике Карлсдорфа, то есть мама, деревни Карлс. Попкорн, попкорн. А еще я называю попкорн. Клубничной деревней. Попкорн со вкусом клубники. Можно? Нет, Максим. Тут разные фигурки. О, мама, тут можно хоть что-то купить? А вот ручечки. Это. А вот это? А вот это тоже можно? Ручечки с клубнични. Можно блайшты? Максимушка, мы это чуть попозже посмотрим, хорошо? Да. Тоже разные. О, мишки. Я. Ага. Максимушка, у тебя тут куча всяких всего. А у тебя это что? Ножики. Вау. Даш, кстати, обычные ножики, но они... Я тут вчера была. Я знаю. Конфетки клубнички. Это не конфетки, это маршмеллоу. Маршмеллоу. Это все конфетки. Вот это тоже классно. Да, все. Мам, можно это все это? Куча конфет. Да. Вот баночки с конфетами, пакетики с конфетами. Вот полотенечко спрессованное. Потом оно вот такое. А это можно, а это мочалка, чтобы мыть. Это всякие печеньки. Даш, ну это все тут делают? Или да, это не все тут делают. Все тут делают? Да. Сейчас я туда дойду. Так, естественно, открытки. Понятно, что здесь открытки не делают. Так, рамочки. 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 Часы. Естественно, с клубничной тематикой. Вот такие вот копилочки. Картины. А вот это ключницы. Такое, да? Футболки. Футболки. Пайты. Да,
всякие тут игрушечки. Вау! Такие классненькие. Да, смотри. Так, сколько стоит? 3,99 стоит. Так, что здесь? Тоже всякие сладости. Это для кукинки. А, это не сладости, это свечки. Это свечки. Свечки. Смотрите, для кукинки. Ну, наверное, очень вкусно видела. Пахнут. Это, наверное, соль. Это, наверное, тоже свечка. А может и свечка. Да. Кяцы. Это тоже свечка. А это для наверное, крышечку открываешь, и внутри там фитилек. Это такая подставочка. Вот на кухне. Вау, а это что? Поджигалка! Зажигалка. А ну понюхай. Покажи мне. Очень вкусно пахнет. Зажигалка. Тоже зажигалка, да, такая? А вот еще свечки. Просто свечки. Это просто... Это смотри, вот здесь вот можно писать что-нибудь. Да, вот так вот воткнул. Что, это мое, да? Ну, это не твое. Вот это, допустим... Другого цвета. Другого цвета зажигалка, да. Это клубничные сливки. Это пахнет как арбуз. Вот это? Ну это тоже свечка, да? Угу. Как арбузик. Ну да, он выглядит тоже как арбузик. Это тоже сливки. Это уже клубничный ликер. Это уже как типа самогон. Смотрите, у нас есть такие. О, тут мыло. Можно даже потрогать. Вот платочек. Всякое мыло. Шампунь. Это какие-то мешочки. Это для мыла. А это какие-то подушки. Крем для рук. Вот тоже такое полотенечко. Мыло. Нет. Ой, я хотя бы с котенком. Смотрите, стильные изделия, баночки. Чайничек вот такой вот красивенький. А смотрите. Термометр, да? Это тоже для чая. Сейчас. Это заварник такой. Туда а вот насыпаешь. Не, не сюда. Тут должно... Смотрите, какой носик. Тут должна быть такая штучка, вот такая вот. Ситечка? Да, ситечка должна быть, но она вот тут затропала. Кто-то, наверное, постарался. Так, это тут чаи. Всякие наборы. Я помню, это было у мистера Макса, только такая коричневая, другая форма. Что? Можно? Заварник? А вот я набор для маленьких. А, для маленьких. Смотри, для деток. Подождите. Для деток, смотри. Вау. Кружечка. А вот это просто. Да, это тоже посуда вся. Очень красиво. Вау. Тоже, смотрите. Вот смотри, это такая коробочка. Допустим, для хлебушка. Вот чашки. Такие вот. Клубника. На столик все текстильное. Пакетики. Что это? Пакетики, сладости. А, конфетки. Да. Это сумочки. Вау. Угу. Трубочки. Всякие стаканчики. Опять же, варенье. Стопочки. Джин. Смотрите. Клубничный джин. Ох. Это что это? Конфеты? Вот. Да? Клубничный сироп. Я хотела бы такие отлубочки. Мюсли. Можно мне, пожалуйста, пока перчатки? Класс. Я пойду полазить. Ты на улицу хочешь? Да. Держи. Ага. Вон какие бокалы. Смотрите, орешки. Эрбер, нектар. Максим, ты не хочешь... Это мюсли. Ты не хочешь пойти на улице полазить по горкам? Я хотела вот такие трубочки. Трубочки. Классные трубочки. Так, продолжаем. Лед. Вино. Смотрите, лед. Это во льду, да. Это лед. Да, во льду. Смотри, клубничный фруктовый коктейль.
вишневое вино. Что? Что это такое? Это как типа шампанское клубничное. Естественно, клубничное вино. И черничное вино. А, это можно пробовать можно. Можно пробовать. Берешь вот стаканчик и пробуешь. Саша уже напробовался вчера. Так. Смотрите, вот это можно вино купить. Уже не видно. Можно попробовать. Там ты закрыл все, да? Да. Вот это вино можно попробовать. И купить сразу. А это собачка. Шампанское. Бульдог. Это бульдог. Бульдог, да. Мам, смотри, бутылка. Да, да, да. Бульдог. Все, вот это тоже всякие спиртные напитки. Ликер. Ликер. Видите, что я нашел? Смотрите. Я хочу что-то показать. Сейчас. А вот это вот тоже можно. Платишь 50 центов и можно попробовать эрберликер. Ага, это тоже, наверное, какой-то спиртной напиток, только со сливками, сливочный. И как типа самогон. Просто вот можно бросать 50 центов. Никто за тобой не следит, никто не проверяет, бросил ты 50 центов, не бросил ты 50 центов. Все на доверии. Вот это вот все. Целый стенд. Это что это такое? Это для птичек. Синяя. Да, это скворечник такой. Ух ты, красиво. Синяя. Да, говорит о том, что свободно можно... Птичка, можно сюда прилетать. Можно я покажу? А сколько? Сейчас хочу посмотреть, сколько стоит. Ага. 15 евро. Можно я покажу? Так, это все вина. Вина. Тут мы уже были, Максим. Можно я покажу? Вот. Прям большой-большой павильон. Очень большой павильон. Так, тут опять посуда, да? Да. Такие вот большие тарелки. Коктейль можно клубничный коктейль, как глаз клубника. Угу. Напиток клубничный можно, да? А смотрите, для яиц. Это для яичек, да. Это кофе. Ароматизированное кофе со вкусом клубники. Клубники и сливок. Сюда можно рецепт записывать. Рецепт. Для рецептов, да. А может быть там уже записано? Нет, я нет? Сам вижу. Такие вот кружечки. Максим, шапка упала. Вот, вы видите, нету ничего. А, ничего, надо записывать. Да. Понятно. Какие у тебя есть рецепты? Так. Это все здесь... Смотрите, смотрите, что тоже. Ну, опять же, традиционно яичный ликер, марципановый с клубникой ликер. Это что это такое? Это, наверное, присыпка. Да. Допустим, на Пасху или на какие-нибудь кексики. Да, это клубничные макароны. А тут что у нас делается? А тут у нас, наверное, делаются конфетки. Да, конфетки. Вот это конфетки. Смотрите, что у тебя пока ничего не делает. Опять вино. Смотрите, что я нашла. Ну, это все, да, это все спиртные напитки. Это с тмином, с тминовым вкусом, куча всяких, мед с разными вкусами, с
Смотрите, что я еще нашел. Вот глинтвейн. Это клубничный глинтвейн и яблочный. Смотрите, яблочный. Конфетки. Естественно, куча конфет, баночка. Всякие баночки, баночки. Вон еще баночки. Бутылочки для специй, бутылочки просто. Соль. Горчица. Лопаточки такие маленькие. Вот так можно насыпать. Такие маленькие, смотри, маленькие, да. Сковородочки. Да, да, это чтобы играть. Ну, или играть, или чтобы просто одно яичко поджарить. Да? А вот еще что-то. Это маршмеллоу. Все же это что? Клубничный ликер. Это ройбуш чай. Вот оно что. У меня в детстве, Максим, была вот такая подставочка. Для яичка, желтенького цвета. Солите. Да, это солевая такой подсвечник. Вот они, у меня такие были. У нас такие были с Денисом. А я хотела бы такую синюю. Понятно. Я хотела бы колбаски. Синюю. Понятно. Понятно. Тут опять же что? Тут уже пошли всякие мясные. Понятно. Так, это барбекю. Этот, горчица барбекю. Это всякие паштеты. Колбаски. Естественно, спиртные напитки между ними. Это что это у нас? Травяная, она настойка какая-то. Как и здесь. Понятно. Вау. Колбаска. Ой, а пахнет как вкусно. Варная мюнда. А ну это не отсюда. Это из недалеко. Тут город на побережье тоже. Сыры разные. Это ступка. Травки всякие растирать. Ступка такая. Так, потом, что здесь? Вот мне очень нравятся такие вот подставочки, конечно, старенькие. Ага, вот ситечком, как Даша говорила, что здесь должно быть ситечко. Вот и здесь. Всякие приспособления. Все, что можно себе представить и не представить, для меда всякие. А вот смотрите. И с песочком такой мешочек. Смотрите. Да, это тоже для чая. О, и вот тут большие. Всякие чаи. Это побольше, да, это уже для большой семьи. Так, всякие чаи. Чаи. Можно понюхать, да? Можно открыть, понюхать, как пахнет. Вот открывай. Я хочу понюхать это. Пах. А там сама клуб такая. Ты, кстати, по-моему... С мятой взял. Ты любишь мяту? Ты как раз с мятой взял фрукты. Смотрите, сколько мята стоит. Сколько мята стоит? Мята стоит 5 евро. 5 евро, наверное, вот такой вот пакетик. А в пакетике сколько там в пакетике? Там даже сама клубника. 200 грамм в пакетике. Там сама есть. Да, прям с кусочками клубники. Тут прям такие... И целые виши эти, да, смотри, тут прям такие ягодки целые, смотри.
Да. Смотрите, я хочу тебе... Малинка и клубничка. Я хочу малину понюхать. Унюхай малинку. Да, тоже. Это сок. Тоже а как типа варенье что-то такое. Здесь уже мед. Мед. Смотрите, это мята. Это мята, да? Медовое мыло. О, как пахнет. Максим, иди сюда. Попробуй, понюхай, как пахнет. Это мыло такое. Мед. Да. Тоже что это такое? Это какой-то крем с пчелиным продуктом. Покажите. Что ли? Покажите. Вот какой-то крем с пчелиным продуктом. О, конфетки. Конфетки медовые. Тут для деток все да, всякие. Пчеломая. И тут можно сразу же и чаек попить. Ой, я не бесплатно, попью. Конечно. Яблоко будет. Да, да. А это что за... Ок. Это какие-то специи. Смотри, ба-ба-ба-ба. Ага, для... смотри, тут и рецептура приготовления. Да, здесь ба-ба-ба-ба-ба. Сухие, наверное, яблоки. Из сухих яблок. Это очень распространенный здесь в Германии продукт. Рабарбер. Это ревень. Это просто сок из ревня. Очень много всяких, очень много видов сока. И есть и ликеры, и всякие настойки. Ну, естественно, Мекленбург, эта земля считается землей облепихи. Вот это такое, а внутри вот это. Это для чая. Да. Такси. А вот, смотрите. Попкорн. Разного цвета. Покрашенный разным цветом. И, естественно, колбаски. Колбаски. Смотрите, ножики. Ножики везде. Глазовые. Ой, я на что-то наступила. Смотри, как лампочки, бутылочки такие. Да. Вот, смотрите. Шин. Угу. Это хрен с клубникой. Соль. Вот, смотрите, вы это не заметили. Ликер из... Смотрите, что вы не заметили. Трав. Травяной. Мам, смотри. Доска большая. Вуаля. Да. Вуаля. О, это зелье. Виски Зенф. Мам, смотри. Мам, о, виски Зенф. Очень хочется попробовать. Мам, смотри, если туда еще что-то налить, туда что-то это будет зелье. Это травяной, а это мам, что? Мам, хрен... если туда еще что-то налить, тогда это будет зелье. Намажь мне чуть-чуть сюда. Клубничный хрен называется. Вот этого, да, беленького. Да, я тебе вот так вот сделаю. Чик. Угу, спасибо. Вот. Хотела попробовать вишки, горчицу. Вкусненько. Прям, ой, хрен прям. Смотрите. Угу. Можно открыть. Но виски горчицу не предлагают попробовать. Сейчас мы попробуем. Горчицу с травами. Ну, короче, со стравами не такая острая. Печеньки. Он очень-очень много всего. Очень-очень всего много.
А вот там на самом-самом верху стоят чайнички. Чайнички. И вот это вот свидетельство того, что здесь поставлен рекорд Гиннесса по причине того, что здесь находится 27 390 кофейных чайников. Конкретно вот эта вот деревня, клубничная деревня, вошла в книгу рекордов Гиннесса. А на улице куча развлечений для детворы. Мася! Понятно, что по причине зимы тут что-то закрыто. Вот спуски на картофельных мешках. Горка. Мама! Были. Там всякие. Мы были внутри, смотрели. А все. Там далеко? Там ферма. Угу. И вот за фермой там вот, вот эта штучка. Там такие качели очень прикольные. Качели. Угу. В следующий раз посмотрим. Вот это все для деток. Всякие тут на машинках катаются. А тебя не видно было. А так? А так видно. Только голову одну. Здесь оборудовано специальное пластиковое поле для катания на коньках. Но детки в основном только катаются. Взрослые только вот помогают. Конечно, так не особо получается, но все равно попробовать, наверное, интересно. Вот, туалет. Так, наверху там место для сидения. А это туалет. Смотри, как прикольно сделано, да? Из ванны сиденье. Они что, обрезали? Они что, обрезали? Обрезали, да. Туалет. Выходим. Опять всякие напитки. Тут разные намазки уже позаканчивались, всякие можно пробовать. Горчичка местного производства. Тут в баночках всякие травки. Что-то еще. Та же горчица. А это сахарные. Засахаренные огурцы, представляешь? Тоже все закончилось, тоже все можно пробовать, но уже тут пока ничего нету. Ага, это смешивать вот эти вот, смотри, травяные смеси, их нужно смешивать с творожком, и получается такая намазка на хлеб. Вот мама, это куча что? Всяких разных. Мама, а почему? А что случилось? Огурцы в сахаре, представляешь? Тут хрен. Так, это я уже говорила, что-то. Всякие. Можно попробовать? Сейчас попробуем. Смотри, какие всякие машинки, фигурки. Это для того, чтобы раскрашивать, видишь? Много-много-много. И даже тарелочки. И кошечки. И даже, вот смотри, можно даже, наверное, вот сидеть можно. Можно взять, сесть и раскрашивать. Видишь? Сидят, раскрашивают. Мама, все. Сюда нельзя. Такая мастерская называется. Вот. А с этой стороны, смотри, кружки. Вот, смотри, как раскрасили. Ага. Они потом, знаешь что, они потом их раскрашивают, а потом запекают в печи. Понял? В печке запекают. Вот копилочка такая, смотри. Да? А тут тоже, смотри, всякие поросята. Копилочки, да? А вот уже видишь, уже готовые. Колокольчик. Почему-то не звенит. Чуть-чуть. Звенит? Чуть-чуть. Чуть-чуть звенит. Для яичек. Всякие подсвечнички.
цветочками. Ну, это как сувенирчики такие, да? Что это? Что это такое? Я не знаю. Что это за дино? Это это соль, перец. Их разъединяешь, и получается одна для соли, одна для перца. Бабочки. Я не знаю. Это просто, наверное, декор, как, чтобы повесить. О, сюда вышла ложечка. Моя полица ложечка. Это сахарница. Вот опять-таки. Угу. Всякая посудка и подушечки. Кастрюля. Да, кастрюля. Видишь, кастрюля. И тарелочки. Подушечки всякие. Что-то холодненькое. Я хочу все увидеть. Какалка. Обезьянки. Так. А с этой стороны? А кроме смузи ты что-то хочешь еще или нет? А? Нет? Чай. Зажигалки. Зажигалки. Зажигалки мы уже видели такие. Я ее не видела. Нет, нет там газа, да? Есть. Мама, можешь ты? А это шоколадная фабрика. Тут крутится шоколад. Крутится шоколад. И можно сделать шоколадку самому. А это шоколадные макароны. Ну, смотри, помнишь это? А это такое? Клубничный горячий шоколад. Опускаешь горячее молочко, он растворяется, получается клубничное молочко. Вот тоже заливают шоколад сюда и продают в качестве сувениров шоколадки. Вот шоколадки тут изготовлены, готовятся. Куча всяких. Целыми кусочками шоколада. О, мама, смотри. Посмотри тут сзади. С облепихой. Красота какая. Что это? Это с облепихой, да? Да. Это? Да. Мне кажется, да. А тут сзади есть? Тоже с самое. Кокосовой стружкой. А, ну это специально. Сейчас пойдем посмотрим. Это здесь, видишь, расплавляется разного цвета шоколад, молочный шоколад, темный, клубничный. И потом вот такие делаются специальные эти, видишь, заливаются в стаканчик. И они потом, наверное, их замораживают. Смотри, на маленькую палочку. Вон, видишь, палочка, ой, это такая ложечка розовая лежит. Они, наверное, вставляют, да? Нет. Нет? Нет. Что это такое? Они заливают туда шоколад. Да. И посыпают вот этими штучками. Да. Ну и потом вот из стаканчика, наверное, вытаскивают. И получается вот такой же шоколад. Нет, смотри, вон там далеко. А. Зеленое такое. Да, да. Там стоят. Ага. Ой. Я поняла. Нет, там формочки для шоколада. А она что делает? А я не знаю. Что вот она делает? Они заливают шоколадом, видишь, наливают. Вот в чашечке что это такое, смотри. Ну я не знаю. Раз, сейчас посмотрим. Раз. Они, наверное, берут разные ингредиенты. А потом? И потом выкладывают. Я тоже так хочу. Что? Даша, у тебя есть 5 евро, можешь сделать. Мишку.
Максик, тебе уже лучше? Тебе уже лучше? Мне не очень. А сколько это стоит? Вот шоколадная мануфактура. А сколько это стоит? Выливают туда формочку, а потом украшают. Все это тут делается. Прикольно для дня рождения, да? Тоже. Мама, знаешь, что тут лишь когда? Что? Он может даже светиться. Светиться, да. И камера. Да, Даша. Да. Пойди посмотри. Угу. А это мыло. Что можно, это? Можно мыть разным мылом. Берешь, какое тебе нравится, и моешь ручки этим мылом. И ручки потом пахнут вкусненько. Ой, я хотела бы этим. А можно положить, смотрите, можно положить на диванчик свои вещи или туда, на стул. Вот туда. Мама, сколько они стоят? Я не знаю. Что это такое? Не знаю. Бады. А, бады вулкан. А, это чтобы шипело. Да. Мама, ну там не написано. Значит, спроси. Прикольная подставочка. Мыло, мыло, мыло. Тетя рассказывает, как она варит. Ты хочешь что-то холодненькое, да? Вот, мама, бинокль. Вот бинокль. Давай, вот бинокль. Ой. Для чего бинокль? Рассказывай. Чтобы смотреть кружки, баночки туда. Там очень далеко. Смотри, мам. Там это не кружки, баночки, это кофейники. Чай. Это кофейные чайники. Потом, а знаешь, почему их столько здесь? Почему? Осмотреть. Их собрали в количестве 27 390 штук. И это самое большое количество, которое собрано в одном месте, конкретно здесь, и попало в книгу рекордов Гиннесса. Это рекорд. Когда такое количество кофейников, сейчас покажем. Да, Егор. Вот это вот. И там дальше. Сейчас, секундочку, сын. Вот. По всему периметру. Это я уже снимала. В 2012 году. Вот такие вот. Торт. Что это такое? Торт. Тортики? Пончики. Да? Kokos. Nee, Kokos auf keinen Fall. Genau. So. Такой меч серебристый, вот это у него шапка, глаза, нос, рот, туловище, вторая рука. А по мне это выглядит как девушка. А по мне это выглядит как девушка. Вот, вот ее волосы. Вот ее волосы. А вот это ее рот такой. Вот она сидит такая. Егор, только не мешай мне, пожалуйста. Можно облизать? Да. Нет, это можно все съесть. Я говорю, можно облизать, чтобы не было, чтобы она не была в шоколаде. А. Ты же видишь, сверху шоколадом мажешь. Да, видишь? Я должна.
Я просто думала, ты не хочешь, чтобы они были в шоколаде сверху? Ты хочешь попробовать? Это так надо делать, да? Да. А может быть, надо было сначала насыпать, а потом заливать шоколадом? Нет, надо сначала. Да? Возьми все, высыпи. Высыпи все. Испепелила меня взглядом. Как это сделать? Да смешай все. Мама, не хочу. И так будет красиво. Егор, перемешай. Не хочу.